Появились? И доброе утро, дорогие друзья, все, кто проснулись, все, кто улыбнулись, все, кто потянулись и пришли на нашу смехотренировку, йога смеха. Да, сегодня, знаете, столько аббревиатур, оказывается, и есть уже не только йога смеха, а различные другие придумывают, там смеха-цигун, например, те, кто занимаются смехом. Я не удивлюсь, если завтра будет какой-нибудь смеха-балет. Но, собственно, когда мы включаем наши смехотанцы, да, вот Ирина тоже активно работает в этом направлении, да, то это тоже все касается смеха. Это здорово, знаете, когда мы не стоим на месте, когда мы проявляем творчество, и когда так много всего. И самое главное, чтобы мы, конечно, больше смеялись. И сейчас мы с вами возьмем такой вдох счастья, забеременем светом, вдох, животик набираем. Задержали, задержали, задержали. А выдыхать будем любовь и признательность. И вот такое распространяем. Я вчера видео в наш чат-канал выставила про бабушку, да, которая 90 лет, она 96, по-моему, да, и она в таком мегаресурсном состоянии, то есть она там такие советы дает, ну, то есть видно, что у человека здравый такой мозг. Посмотрите, кто не видел в нашем телеграм-чат-канале. Ира сейчас бросит ссылку, если кого-то там нет. Вот посмотрите это видео. И вот эта бабушка, она очень много уделяет внимания дыханию. Она об этом говорит, что я каждый день делаю вот вдох, задержку дыхания, там до 40 раз она делает. Вот представляете, знаете, когда я своим внучкам говорю, откройте форточку, они, ой, да нам холодно все, да лучше оденьтесь потеплее. Вот смотрите, без еды человек может прожить там 40 дней, да, Иисус не ел, да? Без воды человек может прожить уже сколько? Ну, наверное, дня 3, плюс-минус, да? А без воздуха сколько человек может прожить? Да, ну, там, не знаю, минутка, две, три максимум, да? То есть, представляете, как важно дыхание? То есть, вот то, что на первом месте. На первом месте это наш кислород. На первом месте. Поэтому очень важно делать дыхательные практики. Открывайте ваши окошки, спите с открытыми форточками, лучше укройтесь, оденьтесь там потеплее, если мерзнете, ну, чтобы был свежий воздух. И еще раз, мы сейчас вот такой свежий воздух, вот представляем, что мы берем такие витамины через воздух. Вдох и задержали, задержали. И выдыхаем, любовью делимся. Когда делаем вдох, вот мы делаем вдох именно животиком, да? Плечи опущены, напоминаю, не вот так, грудь, плечи не поднимаем, а вдох. И еще раз вдох. Задержали, задержали. Можете погладить свой животик хороший, чтобы там все хорошо у нас работало, не задерживалось, да, чтобы пищеварительная система у нас хорошо работала. Держим, 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 держим. И выдыхаем любовь и признательность. И несколько слов, ребята. Йога смеха – это комплекс именно воздействия различных методов, различных правил, с помощью которых наш смех становится наиболее целебным, наиболее лечебным, комплексным, да? Этим он отличается от смехозарядки. И йога смеха, и смехозарядка, они наполняют нас гормонами радости. Потому что, когда мы смеемся, неважно, специально или мы комедию смотрим, да, наш мозг в любом случае выделяет такие гормоны радости. И есть еще такие киллеры в нашем организме, да, которые при смехе, да, такие воины, они нападают на все вирусы, бактерии и побеждают болезни. Именно поэтому, как вы уже слышали, человек, который смеется, он не болеет, да, потому что когда мы на высокой эмоциональной шкале, то у нас крепкая броня, и мы не подвластны болезням. И наоборот, если человек смотрит какие-то передачи такие ядовитые, да, там убили, пожары, наводнения, там что-то еще, войны. Если любит играть в такие игры, все, то в этот момент его мозг это все записывает, этот негатив, и сны плохие снятся. И в этот момент, наоборот, вирусы, бактерии активируются, потому что человек не смеется, а человек переживает волнение. И, наверное, многие знают, что вот поволновались, с кем-то поссорились, да, и раз, и уже сопли потекли, или горло заболело, правда?
Поэтому смех – это наше самое сильное оружие свыше. Это самый лучший витамин свыше. Поэтому, друзья, мы начинаем нашу смехотренировку. И первое правило я уже показала. Мы вдох делаем животом. То есть у нас надувается при вдохе животик. Можете контролировать, руки положить. А при выдохе он втягивается. Пупочек тянется уже к позвоночнику. Мы такие, как голодные волки. Да? Давайте еще раз вдох. Держим, держим, держим. И выдыхаем, любовь. То есть плечи у нас опущены, да? Далее, конечно же, мы все делаем на улыбке. Уже улыбку наш мозг тоже считывает, да? Поэтому, если тебе трудно, если тебе больно, если тебе сложно, улыбайся, восприми это как тренировку, вот как витамин какой-то, как... Бывает такое, что горькую таблетку пьешь, она отвратительно невкусная, или укол тебе надо делать, но ты это делаешь, потому что вот врач прописал, да? Вот, вот то же самое, не хочется улыбаться, улыбайся, улыбайся, потому что воспринимай это как целебный витамин. Хорошо, это так и есть. Итак, мы одели нашу улыбку как очки, вот такая широкая, рот до ушей, под завязочки при шее. Следующее, мы широко открываем рот. И проверяем, сколько косточек у нас пройдет. Широко не открывается, давайте немножко помассируем, помассируем. Это фейсбилдинг, потому что йога смеха, она очень хорошо наши мышцы лица подтягивает. И если мы часто грустим, хмуримся, у нас вот тут складки, да, у нас вот такие складки скорби, разочарования, да? А мы теперь раз и подняли, подняли наши щечки и подтягиваем вот эти вот все наши мышцы вверх, да. И оказывается, люди мало улыбаются, потому что вот постоянно напряг, постоянно какие-то волнения, там что-то прочитали, услышали, кто-то кому-то переслал там что-то, да, по телевизору увидели. И на самом деле вот это все отражается на нашем лице. А когда человек улыбается, он сразу молодеет, ему говорят, а что такое, это уколы красоты сделали, косметическую пластику. А на самом деле это просто фейсбилдинг, да. Поэтому вот так мы хорошо-хорошо все разминаем. И давайте язычком вокруг зубок. В другую сторону. Колем щечки. И теперь делаем трубочку. Трубочку. Верблюда жуем. В другую сторону. Ой, как красиво у всех получается. Окошки, пожалуйста, все открывайте. Валюша, открывайте окошко, потому что обратная связь лучше идет. Знаете, как энергетика, она вот идет и в города, и в страны. Но если вы только сами не делаете эту заслонку, хорошо? Итак, молодцы. И теперь мы с вами широко открыв рот и включаем на всю громкость наш смех. И у нас такой длинный-длинный. Давайте вдох. Животик набрали. И... Да, включаем звук. Еще раз и постараемся выдох сделать длинный-длинный-длинный, не прерывая. Еще раз. Вдох, животик. И... Молодцы. Для чего рот широко открываем? Для чего звук громко включаем? Почему на «а»? Все ради того, чтобы выдох был длинный-длинный-длинный, пока задыхаться не начнем. И тогда уже раскрываем наши легкие, как два парашюта. Берем гораздо больше кислорода, чем при обычном смехе. Еще раз вдох. Ha 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 ha!
смеемся шепотом, беззвучно. Наша задача, чтобы полностью выдох был. Полностью, полностью. Еще раз, берем два смехомешочка. И наш выдох длинный-длинный. Голоса нет, мы не берем новые, а мы выдыхаем еще ту порцию воздуха, которая осталась. Беззвучно выдыхаем. И смехомешочки. Получается беззвучно смеяться. У всех получается. И сейчас мы с вами добавим тело в дело. Усиливаем наше кровообращение, чтобы больше поступал мозг к кислороду, на кислород к мозгу, к сердцу, ко всем нашим органам. Да? И двигаемся, усиливаем кровообращение, помогаем. И глубокий вдох, и длинный-длинный выдох. И взяли наши мешочки, и тело в тело. И... Выдыхай, выдыхай, долго-долго. Ох, и... И чувствуете, как пресс у нас качается, да? Уходят лишние калории, обозначается талия, усиливается кровообращение. Это классно, это очень мощная такая вот зарядка, как в тренажерном зале. Молодцы! И сейчас берем нашу водичку, да, восстанавливаем дыхание, да, вот как при спорте, когда бежали, да, и ты потом чувствуешь, что прям вот дыхание надо восстановить, да. И мы сейчас с вами будем пить и говорить: «Я умница, красавица!» Но если есть короли, в мужском роде говорим. И «Я умница, красавица!» Да! Да. Вода запоминается, да, знаете уже эксперименты Масару Эмото, японского ученого, который доказал это. У меня большая-большая. А, с каждым вздохом, с каждым глотком мое здоровье улучшается. Мое здоровье улучшается. Мое здоровье улучшается. Я стройная, мое тело молодое. Я стройная, мое тело молодое. Каждым занятием по йоге смеха я исцеляюсь. С каждым занятием по йоге смех я исцеляюсь. С каждой тренировкой йоги смеха я наполняюсь энергией, бодростью. Я наполняюсь энергией, бодростью. Да. Я наполняюсь бодростью, энергией. Я мега-лидер, да! Я мега-лидер. Я в ресурсном состоянии. Да. Я сотворец своей жизни. Да. Я творец своей жизни. Да. Я сверхлидер, лучший метафизик. Да. Сверхлидер. Лидер, лучший метафизик. Да. И чувствуете, как божественная водичка растекается по организму, да? И мы структурируем наш мозг, потому что он на 80% состоит, на 85% даже состоит из воды. А наша кровь – это почти вода, там 92% воды. 80%. И поэтому все, что мы говорим, когда мы кушаем, когда мы готовим, только все хорошее. На во здравие, на счастье, да. Я желаю всем людям добра и счастья, мира и здоровья, да. А, хорошо, молодцы. Ну а сейчас мы с вами позанимаемся пальчиковой гимнастикой. Это тоже часть раздела йоги смеха. Ее еще называют нейрогимнастика. Почему нейрогимнастика? У нас активируется правое и левое полушарие. Поэтому, друзья, ну, во-первых, нам нужно приучать себя и зубки чистить другой рукой. Это уже тоже относится к этой же. И ложкой кушать другой. Давайте мы сейчас в левую руку возьмем зубную щетку, в левую руку. В другую руку пасту. Выдаем «э».
И почистил, будем смеяться, смехопаста. Длинный выдох. Еще раз вдох. Ребята, а что это у нас такая паста сладкая? А мы смотрим. А это же кондитерский крем! Левой рукой, да. Я на себе, они все красивые, да. И смотрим на себя, ой, какая королева, просто умница, красавица, да. Хорошо, хорошо, расчесываемся левой рукой, да. И немножко массажик так вот с тебя, вот, вверх, и волосики переходят еще раз, так. Да, все, активируем наши полушария, правый, левый, чтобы они лучше работали, чтобы лучше память была, да, йога смеха способствует этому, нашей энергии, нашему энтузиазму, нашим творческим способностям, нашей креативности, да. Вот, и взяли себя за волосики, потянули, потянули, потянули. Еще раз потянули, потянули, и еще потянули, вот так, хорошо. Теперь берем, скрестили пальчики и делаем вот так, раз, два, большими пальчиками, теперь указателями, раз, два, с двух сторон обнимаемся, как раз, два, мизинчики, раз, два, еще раз, два, назад, безымянная, два, средняя, раз, два, указательная, раз, два, и большие пальчики, раз, два, хорошо, растерли, и теперь смотрите, что будем делать. Большой пальчик и указательный соединяются, и здесь большой пальчик и указательный, и пошли, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. Теперь делаем большой и средний пальчик. Раз, два. Раз, два. Получается? И смеемся. Большой и средний, да. Хорошо. Теперь большой и безымянный пальчик. Безымянный четвертый пальчик. И большой. Раз, два. Раз, два. Раз, два. И большой и мизинчик. Раз, два. Раз, два. С детками обязательно тоже это делайте, с бабушками, дедушками. Это профилактика деменции, ребята. Да, это укрепление памяти. И гармонизация правого и левого полушарий. Так, хорошо, молодцы. Соединили ладошки. И вот средние пальчики вот так закрыли. И поворачиваются спинками пальчики. Вот. И вот так вот у всех получается. Хорошо, встряхнули. Пальчик, зайчик. Два пальчика, зайчик и пальчик. И поменяли. Раз, два. Добавляем хлопок. Убыстряем. У кого не получается, делайте в своем темпе. Главное, чтобы получалось. Если не получается, делайте без хлопка. Раз, два.
Слово получается, делаем быстро. Хорошо, молодцы. Теперь делаем вот так. Успеху, да? Неудачам. Ну, вот так начнем. Нет. И раз, два. Раз, два. Здоровью, да? Болезням, нет. Раз, два. Нет. Раз, два. Добавляем хлопок. Раз, два. Раз, два. Теперь неудача. Во! Успех. Во! Да, поехали. Раз, два. Здоровью, да, неуспеху и болезням кукиш. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Хлопок добавляем. Раз, два. Убыстряем, кто может. Хорошо, молодцы, встряхнули, встряхнули, потянулись. Хорошо, встряхнули. Так, молодцы. Теперь лисичка. Вот тремя пальчиками, как мы солим, когда, да, взяли соль и солим. Вот тремя пальчиками. А это у нас ушки. А здесь зайчик. Зайчика уже вы делали. И теперь меняем. Раз, два. Раз. Так, вот так вам повернуть, чтобы видно было, да? Раз, два. Раз, два. Раз. Делайте в своем темпе. Два. Раз, два. Получается? Убираем. Раз, два. Никого получается. Раз, два. Добавляем. Раз, два. Раз. И пропускаем смехоток через пальчики, друг другу направляем. Еще раз, смехоток, а вы ко мне тоже направляете. И... А сейчас закончим, эти пальчики должны соединиться и пропустить через нас смехоток. И приготовим. И... Когда что пальчики попали. Еще раз закрыли глазки. Вдох. И... Главное, чтобы у нас внутри была отличная погода, да? И смеемся, и танцуем под дождем. И занос себя взяли и рукой,
и оп, за вышка, раз, два, другую, раз. Раз, два, раз, два, раз, два. Два, хлопок добавляем, раз, два, раз, два, раз, два, раз, два. И теперь считаем, дождик, дождик, лей сильней, чтоб мы выросли быстрее. Набери ты нам воды, чтоб умыться мы могли. Вперёд, на себя выливай, я желаю всем счастья. Я позабыл сколько. Радуга, туда, не давай дождя, давай солнышко, колоколышко, ура! Ура! Молодцы, молодцы. Молодцы! Кто молодец, скажи? Молодец. Я молодец! Ты молодец! Ты молодец! Ты молодец! Ты, 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 с вами начнем. Ты молодец! Я. Смотрите, я молодец. А до середины. А потом, когда руки на середине, мы смеемся на букву А. Вдох. Теперь то же самое на букву О. Делаем то. Хорошо, прокачиваем уже разные буквы, горлышко разогрето у нас, да. А, о, у, вдох. О, у.
широко, миру мир, миру мир. Да, подняли этот мир и покачали его с любовью, направляем этому миру любовь, счастье, здоровье, мирного неба всем, добра. Всем добра. Да, вот так. Друзья, и каждый день приглашайте, пожалуйста, новичков. Чем больше у нас будет людей, смеющихся, счастливых, тем быстрее наступит мир во всем мире. Да. Приглашаю. У кого нет ссылочки, делитесь на наш канал. И, друзья, смех – это первая ступень. У нас есть целый ряд занятий, можно сказать, по эмоциональному интеллекту. Вот, это будет правильно сказано. Целый ряд занятий по эмоциональному интеллекту. Поэтому всем рекомендую обязательно пройти все волшебные упражнения. И сейчас, друзья, пока мы не отключимся, мы смеемся на все наши буквы, которые мы прокачали. И А, и О. И целый день делимся радостью, улыбками. Вдох. И поехали, а? Больше смеюсь, я богаче становлюсь.